наконец-таки наступил тот чудный миг, когда я могу уже не скрывая радости сказать добрый вечер, дорогие друзья! С этого момента наше праздничное застолье объявляется открытым. Сегодня от чистого сердца мне бы хотелось снова попросить всех гостей громко поаплодировать нашим молодым. Вот оно, то самое чувство любви, которое сегодня царит в этом зале, все сегодня принадлежит им. Да, дорогие друзья, на любой хорошей свадьбе, знаете, заведено. Вкусно выпивать, вкусно кушать и, конечно же, ничего не бояться и не стесняться. Напомню, что сегодня мы одно целое, одна настоящая прекрасная семья. И, дорогие друзья, с этого момента нет друзей со стороны невесты или со стороны жениха. Есть друзья и родственники молодой семьи. Вроде бы все сказано, и для того, чтобы застолье приобрело свою форму, мне бы хотелось предоставить слово.